Всем привет, с вами дядя Володя Страшный на канале Мото46, и вы можете видеть, ну, кофе, да? А я пью кофе с молоком в пропорции 49-51. Полез в холодильник, думал, что молочка сюда подолью, оказался кефир. Ну вот кефир, да. Хорошо, что не успел налить сюда, но а молока нету. Ну и думаю, что есть горошек такой, нежный, ну и думаю... Че вот, кефир, горох. Думаю, что, была, не была? А, помните, поет же песню? Как этого исполнителя называют? Была, не была. Ну, вы знаете, да? Ну, вы уже ответили, а я вам сейчас скажу, что я тоже знаю. Это Джанго. Мне нравятся его песни. Ну, и сейчас мы будем испытывать испытание на прочность. Ну, а результаты вы узнаете вечером. Нет, вы не думайте, что я бухаю, что пью. Я этого не делаю. Все, до вечера. Всем спасибо, всем пока.